Первый звонок для новоиспеченных учеников. Поглощать знания никогда не поздно, даже если в кармане уже есть пара высших образований. Обучение в Самарской региональной партийной школе рассчитано на 72 часа. Преподаватели – лучшие профессора госуниверситета и опытные члены партии. Для вас открыты двери, кто хочет продолжить свое обучение. Это могут быть курсы переподготовки по тому или иному направлению, это может быть даже получение второго высшего образования. Поэтому, вот оказавшись в стенах университета, я не исключаю, что кому-то вообще проснется вот эта потребность, так сказать, более углубленного обучения. Членам партии и ее сторонникам предстоит освоить ораторское искусство, научиться основам управления в политике, работе со СМИ. На сегодняшний момент мы готовы к системному подходу. Мы нуждаемся в том, что создать вот эту среду, где бы наши активисты могли в том числе обмениваться мнениями, могли ставить какие-то проблемные вопросы. Самарская область – первый регион в ПФО, где открылась такая школа. Проект стартовал одновременно с открытием Федерального гражданского университета в Москве. Онлайн партийцев поприветствовал председатель партии Дмитрий Медведев. Нашу эпоху очень часто называют эпохой непрерывного образования. Это действительно так. Все мы учимся, учимся всю жизнь. И тот, кто наиболее быстро схватывает новые знания, как правило, имеет преимущество для достижения своих целей. Лекции в Самарской партийной школе будут проходить по субботам до середины июня, а затем обучение возобновится в сентябре. По завершении курса ученикам выдадут документ о повышении квалификации. Мария Иваткина, Дмитрий Тарасов. События.